Лежат поэты на холмах пустынных, и непонятно, в чем же корень зла, что в поединке уцелел Мартынов, и что судьба Дантеса изберегла. Что сколько раз не приходилось биться, как ни была рука его тверда, не смог поэт ни разу стать убийцей и остался жертвой всегда. Неясно почему. Не потому ли, что был им непривычен пистолет, но бил со смехом Пушкин пулю в пулю, то за навскидку пробивал корнет. Причина здесь не в шансах перевеса. Была вперед предрешена беда, когда бы Пушкин застрелил Дантеса. Как жить ему и как писать?